Сегодня в Краснодаре снова необычайно тепло. Очень красивая осень. Цветов вот такой темно-красный, голубой, розовый и есть еще темно-серые. Трусы женские из хлопка и эластана с вот таким кружевом. Производитель Кабардино-Балкария, сшито очень аккуратно, все швы ровные. Есть другие виды без кружев, только хлопок, тоже Кабардино-Балкария, 55 рублей. Персикового цвета, темно-синего и серого. Стикеры закладки с клейким краем, 6 штук по 30 листов. Здесь совы, ноты. Также есть еще в наличии наборы для скраббукинга, 24 листа, 8 дизайнов, 55 рублей. Появилась новинка, бумага для записи, 285 листов. Вот один из дизайнов. Следующий. Есть со снеговиком и с медвежонком. Пингвиненка сейчас нет в наличии, уже, наверное, разобрали. В канцелярии еще тут есть вот такие блокноты большие в точечку. Отличная игрушка для детей. Большой деревянный пазл, стоит 99 рублей. В наличии есть свитшот для мальчика, хорошая горловина. По рукаву идет вот такая вставка хаки. Здесь тоже рукава на манжетах. Сделан свитшот текстильной мануфактуре Россия, город Раменское. Размеры разные, состав 80% хлопок, 20% полиэстер. Приятный, изнутри тоже хорошо обработано все, сделано аккуратно, достойное качество. Цена у свитшота 199 рублей. И снизу тоже есть резинка. Новинка колготки для девочек, меланж 99 рублей. Состав полиамид 78%, полиэстер 12% и эластан 10%. Эти бордовые, серые, так и называются, бордо. И черные еще есть. Размеры разные. Есть домашние тапочки розовые. Новые носочки от Lady Collection. Состав 72% хлопок, 27% полиэстер и 1% эластан. Производитель Китай. Расцветки разные. Есть много перчаток, варежки, шапки, колготки. Товары для девочек, сумки. Здесь в наличии есть большие сумки разных расцветок. Есть сумки на пояс, зажимы для волос 55 рублей, 3 штуки. В этот фикс-прайс завезли подносы глубокие, круглые по 55 рублей, диаметр 32 сантиметра. Китай, материал полипропилен. Другая расцветка с яблоками и сливами. Новая расцветка прямоугольного подноса. Размер 40×26. Материал тоже полипропилен. Еще одна разновидность. И еще с цветочками. Покажу все тарелки, которые тут есть. Люминарк большого диаметра. 25 сантиметров. Такая расцветка.
Вот такую тарелку вижу впервые. Тарелка суповая Люминарк 20 сантиметров с обратной стороны и сбоку. Мраморные по 99, золотая, звездочки. Вот такую расцветку тоже вижу первый раз. Цветами Люминарк, тоже диаметр 20 сантиметров, коралловые цветы с обратной стороны. И здесь есть тарелки с блинами, большой диаметр 26 сантиметров, такие по 99 рублей глубокие. Тарелки из тонкой керамики, другая расцветка. Детские тарелки. Опаловое стекло, салатники. Появились белые салатники с каемочкой. Опаловое стекло, Китай. Глубокий салатник 20 сантиметров. И большая тарелка 99 рублей. 27 сантиметров. Завезли еще много различной посуды. Паша Бахча. Блюдечки 6 штук. Вот такая сахарница с крышкой. Как она выглядит в коробочке. Минажница 99 рублей. Стекло тяжелое. Есть блюдо для лимона с крышкой. Вот это большая ваза. Салатник овальный 27 на 22, стоит 199 рублей. А блюдо для торта осталось пока 99 рублей. Бортик невысокий и блюдо легкое. Также есть два блюда в наборе из этой же серии. Снова завезли стаканы в стиле барокко для холодных напитков 230 миллилитров. Производитель Гусь Хрустальный. Стакан смотрится очень нарядно по-новогоднему, по-праздничному. Еще одна новинка, это форма прямоугольная, жаропрочная, 31,5, 17,5 на 5 сантиметров. C-Max. Материал стекло жаропрочное, производитель Прага. Подходит для всех видов СВЧ печей, микроволновых, конвекционных, электрических, духовых, холодильных и морозильных камер. Температурный диапазон минус 40, плюс 300. Стоит форма 199 рублей, вместимость 1,5 литра. Сделана форма очень хорошо, есть ручки. В этом магазине появилась двухъярусная этажерка, стоит она 200 рублей. Подробно про нее рассказывала и показывала в прошлом видео, проходите, посмотрите. Появилась также форма для выпечки 77 рублей, Китай, фарфор. Все ее хвалят, хорошая. Еще новинка, набор стопок, гарантия качества российского стеклоделия с 1960 года, 6 штук по 50 миллилитров. Гусь Хрустальный. Выглядят стопочки вот так. Материал натрий, кальций, силикатное стекло. Наборы чашка блюдца 99 рублей, опаловое стекло. 99 рублей. Есть золотая каемочка, 200 миллилитров объем. Прикольные кружки черные, ноуслипхие. Другой вариант призывает праздновать всю ночь. И еще один третий вариант. Выглядят все три варианта очень стильно. Объем у кружек 330 миллилитров, сделаны в Китае, керамика. Здесь много кружек, банок с надписями. Стоят они 77 рублей. Надписи сделаны золотом. Выглядят магически, если в них что-то налить цветное. Еще новый вид кружек. Внутри белые. 360 миллилитров, керамика, Китай. Сделаны хорошо. Еще вариант оранжевая или фиолетовая. Давно я не видела таких наборчиков. Солонка перечница, 2 штуки с подставкой. Материал полистирол, полипропилен. Стильные фигурки внутри сделаны из материалов, которые не дадут специям отсыреть. Выглядит он очень стильно. Здесь в магазине только кактус и цветочек. Есть еще силиконовые коврики для выпечки 99 рублей. Различные другие гаджеты. Форма для салата здесь еще есть, только квадратной формы. Ложки, банки, разные венчики. Есть подставки под горячее по 99 рублей. Спрашивали, из чего они сделаны. С обратной стороны пробка, а с этой стороны доломит.
Есть доска разделочная, гибкая. Появилась форма для выпечки оладий, предназначена для приготовления идеальных оладушек, драников, сырников, а также для яичницы и омлета. Плоское силиконовое кольцо в каждом углублении удерживает оладьи во время переворачивания. Готовка станет быстрой и приятной. Стоит 99 рублей. Сделаны эти формы в Китае. Состав силикон. Еды и конфет здесь очень много. Есть марсианка, печенье, мяфли, сушки, чак-чак, кофе к чаю, набор конфет. Смотрите, какие. Вот в такой коробочке находится печенье. Называется Дед Мороз и Снеговик. Печенье сдобное. 150 грамм. Изготовитель Мак Иванова. Еще есть конфеты от Конти, 77 рублей, с Новым годом, с нежным ванильным молочным вкусом, 250 рублей. А внутри еще одна коробка, это просто обложка. Мне еще девочки посоветовали вот эти конфеты, стоят они 99 рублей, говорят, что вкусненькие. Отдел с полотенцами, прихватками. Вот такое новое полотенце, 90 на 40, махровое, 70 хлопок, 30 полиэстер. Махра очень редкая. Большие полотенца из Индии. 199 рублей. Банное полотенце. Размер 70 на 140. 100% хлопок. Есть разные расцветки. С обратной стороны махры почти нет. Есть больше розового цвета. И вот так покажу еще разные виды расцветок. Есть полотенца 60 на 30 по 55 рублей, махровые, 70 хлопок, 30 полиэстер с вот такой каемочкой. Прихватка в виде груши. Есть еще вот такие две тряпочки. Набор кухонный. Прихватка и две тряпочки. 99 рублей. Вот такого я тоже еще нигде не видела. Набор для рукоделия, плетеная чашка, 55 рублей. Бумажные полоски, 3 метра, 55 сантиметров. Инструкция. Сбоку, да, видно рулончик. Пришли вот такие большие органайзеры по 199 рублей, 32 сантиметра. На застежках. Застежки отщелкиваются, внутри есть отделение и маленький разделитель, который можно вставить, куда вам больше понравится. Разделители скреплены и есть специальные пазики, куда их вставлять. Материал полипропилен. Увидела прикольную пиратскую шляпу, 99 рублей. Вот такую золотую, не видела нигде такую классную. Представляете, еле успела. Одно зеркало осталось вот такое за 99 рублей. Состав у него ПП и стекло. Китай. Аккуратненькое такое, смотрится приятно. По качеству оно мне понравилось. С обратной стороны есть кармашек, в который можно ставить кисти или расчески. А оказывается, они здесь еще висят. Здесь еще две штуки такого молочного цвета. Есть еще много интересных товаров. Подсвечники яркие, золотые, голубые, со снежинками. Один поросенок. И это все, что я хотела показать вам на сегодня. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я всем вам желаю удачных покупок в магазине Fix Price. Пока-пока. Ой, вообще, профиль. Ой, больно. Крутится. Прикольный какой.